Всем привет! У меня новая тканевая масочка. Она уже почти что высохла. Вот так она выглядит. Это маска Garnier. Тут написано, что она увлажняет и освежает. Тут гиалуроновая кислота, экстракт зеленого чая. Я собираюсь ее использовать несколько раз. Вот такие штуки я клею и закрываю ее. Сейчас мы с вами снимаем и смотрим результат. Да, кожа увлажнена. Но вроде бы написано в конце. Снимите маску массажными движениями, распределите остатки по коже или удалите с помощью ватного диска. Распределите остатки по коже. Я обычно просто водой смываю и все. Напишите, какую тканевую маску используете вы. Как вы следите за своей красотой? Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!